Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Приженцова Ксения Вячеславовна. Очень приятно, Ксения Вячеславовна. Скажите, пожалуйста, у нас занимаетесь вы или ваш ребенок? Мой ребенок, Приженцова Анастасия. На каком направлении? Клубные танцы. Клубные танцы, современная хореография. Хорошо, такой вопрос. А почему вот выбор пал именно на современную хореографию? Вы знаете, мы попробовали себя в другой хореографии, нам не понравилось, мы пришли в современную, и дочь в восторге, и мы рады. Скажите, пожалуйста, отлично, а какую вот пользу занятия приносят вашему ребенку? Польза, ну, во-первых, развивается ребенок и физически, и духовно, я все равно считаю, перестал бояться сцены, и все равно какой-то барьер, через который они прошли. Отлично, а вот ребенок ваш ставил перед собой какие-то цели, вот, да, и вот в результате чего, как бы, занятия он их достиг? Есть такие уже? Есть такие цели, во-первых, мы начали более... Стал ребенок более пластичный, более слышит музыку. То есть ребенок, да, развивается очень хорошо с танцами. Да, нам, да, нравится, нам очень нравится. Да, да. А нашу школу танцев Metro Dance порекомендуете своим друзьям? Очень порекомендую. Я больше скажу, мы уже привели парочку друзей. Ой, поэтому отлично. Очень рекомендую, потому что, да, дети все дружные, коллектив педагогический очень хороший, поэтому... Вообще, мы в восторге, родители отлично. И дети. Отлично, мы очень рады, спасибо вам большое, ждем спасибо вас на наших занятиях. Спасибо.